Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать из студии Ганновер. Понятие «гуманитарная катастрофа» стало употребляться в немецкоязычном регионе с 1999 года. Тогдашний немецкий министр обороны Рудольф Шарпин употребил это понятие в своей речи, чтобы оправдать немецкое участие в войне в Косово. Но оценка гуманитарной катастрофы кажется скорее зависимой от интересов третьих участников в войне в Косово, например, от государств НАТО, чем от действительного положения. Следующие два примера поясняют это. Вернемся в 1999 год, Югославия. Шарпинг и другие распространяют сообщение, что в Косово разыгрывается гуманитарная катастрофа. Внутри Косово якобы имеется 250 тысяч беженцев и несчетное число погибших. Это привело в то время к одной из самых массивных воздушных операций НАТО против тогдашней Югославии. Но что же было на самом деле? Бывший тогда в руководстве ОБСЕ немецкий генерал Хайнц Лужуа так оценил положение. Я цитирую. Гуманитарная катастрофа, как категория прав человека, которая оправдывала бы начало войны, до начала военных действий в Косово не имела места. Во всем Косово было 39 погибших, нужно заметить, до того, как появились бомбардировщики НАТО. К этому времени еще не было погибших среди мирного населения. Правда, было много изгнанных из-за гражданской войны, но это происходило так. Люди покидали свои села, когда сербы проводили акции против освободительной армии в Косово, и после обычно опять возвращались в свои разрушенные дома. О беженцах почти не могло быть и речи. Гуманитарную катастрофу это перешло лишь после бомбардировок НАТО с тысячами погибших мирных жителей. Теперь опять в 2014 год, в Восточную Украину. Как это выглядит там по отношению к гуманитарной катастрофе? В западных СМИ едва что-нибудь сообщается о гуманитарной катастрофе. Но российский министр иностранных дел Сергей Лавров 6 августа 2014 года сообщил на пресс-конференции, что согласно сообщениям ООН, больше чем 700 тысяч украинцев пересекли границу в России. Из них 130 тысяч официально попросили убежище. До сих пор, по официальным сообщениям, в Восточной Украине было 3000 погибших, из них намного более 1000 мирных жителей, а также 3500 раненых. Разве западные СМИ не могли бы составить себе мнение о действительном положении вещей? Похоже, что не было никакого интереса, как поясняет Лавров на следующем примере. Я цитирую. Мы предложили западным корреспондентам, работающим в России, бесплатный полет в Ростов, чтобы они лично могли поговорить с беженцами и с сотнями украинских солдат-перебежчиков, которые в настоящее время тоже обеспечиваются всем необходимым на территории России. Но из западных агентств, кроме одного единственного агентства, ни одно не показало интереса, чтобы из первых источников узнать, что происходит в Восточной Украине. Корреспондент агентства Reuters отказал по пути в аэропорт, видимо, ему позвонили и отозвали. Мы очень надеемся, что журналистов не принудят передавать основные принципы свободной журналистики. Это заявление Лаврова. Эти два примера показывают, как произвольно поступают с оценкой гуманитарной катастрофы. И в этой игре участвуют все, как западные СМИ, правительства, так и политики. Помогите же и вы разоблачить этот произвол и потребовать от СМИ права заниматься журнализмом расследования. Это значит журнализмом, сообщением которого предшествовало бы точное и объемлющее исследование истинного положения дел. Я благодарю вас за ваше внимание. До свидания. До завтра в это же время.